Правительство региона экономит на лампочках и канцелярии и увольняют чиновников. С 2015 года их численность уменьшилась на 200 человек. В скором времени планируют рассчитать еще 10% штата. Сокращения коснулись многих управлений, отделов, обязанности уволенных возложат на других работников. Некоторые функции, например, вести бухгалтерию, будут сторонние компании. За счет сокращения штата удается снизить расходы бюджета, уверяют в правительстве. Средняя зарплата известна по Омской области. Умножьте просто 200,5 ставок на среднюю зарплату. Ну вот, в принципе, плюс-минус километр у вас получится та самая, да, выгода. Сюда же добавьте то, что они не тратят свет, мы не обслуживаем их компьютерами, да, там воду, ручки, бумага. Ну вот, собственно говоря, экономическая выгода из этого и сложится. При этом, по данным Омскстата, который ведет мониторинг численности чиновников, их количество за год сократилось всего на 0,2%, а зарплата выросла почти на процент. Всего чиновников в Омской области почти 29 тысяч, и получают они в среднем около 40 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата по региону, я напомню, около 26 тысяч рублей.